Новости. В Министерстве образования рассказали о низком качестве школьных учебников, к шествию «Бессмертный полк» изготовят бесплатные таблички, а панамы снова вошли в моду. В студии с новостями Юлия Окунева. Здравствуйте. 30% школьных учебников забракованы госэкспертизой. По словам министра образования и науки Ольги Васильевой, книги, предоставленные издательствами в этом году, впервые прошли дополнительную экспертизу. Так, в одном из учебников музыки ученикам предполагалось написать свой вариант биографии Моцарта. В учебнике по химии перепутали натрий и калий. Автор учебника обществознания утверждает, что с накачанными и ненакрашенными людьми абсолютно не о чем говорить и стыдно бывать в обществе. Три полиграфические компании «Онежские мастерские», «Наружка» и «Твоя типография» изготовят в этом году таблички памяти к акции «Бессмертный полк». Получить бесплатно их могут ветераны, пенсионеры и инвалиды. Напомню, в Петрозаводске построение «Бессмертного полка» будет проходить 9 мая на площади Ленина с 12 часов дня. Движение колонны начнется в 12:30 и пройдет по маршруту площадь Ленина, проспект Карла Маркса и площадь Кирова. Шляпа-панамка из 80-х-90-х годов снова в тренде. Этот нехитрый головной убор появился в последних коллекциях. Производители одежды продемонстрировали головной убор в различных цветах и структурах, от леопардового принта до джинсовых головных уборов. Эти и другие новости читайте на сайте ПТЗ «Говорит». В студии была Юлия Окунева. Услышимся в 19:00. Спонсор выпуска. Компания «Адуавто». А где пройти нам техосмотр? Конечно же, у танка. Стоп! Мы меняем правила. Сначала пройди, а потом оплати. А не прошел, не плати. Даже если у вас что-то неисправно, переживать и бояться не надо. Сначала бесплатно пройдите техосмотр, а потом спокойно платите. Так может только АДО Авто. Звоните 77 21 35.